Среди звезд шоу-бизнеса есть те, кто в силу обстоятельств отказались от своих детей. Одни выбирали успешную карьеру, другие осознавали, что к статусу родителя они просто не готовы. Юрий Стоянов отказался от детей, родившихся в первом браке. Случилось это после того, как актер ушел к другой женщине. В итоге двое сыновей, Николай и Алексей, остались на попечении матери. Повзрослев, они взяли фамилию отчима. Сегодня на контакт со звездным папой парни не идут. Актриса Любовь Полищук из-за плотного рабочего графика отдала сына Алексея Макарова в школу-интернат. Там будущий актер оставался с 1 по 6 классы. В беседах с представителями СМИ Макаров не раз говорил, что в то время даже не знал, что бывает другая жизнь. Лолита Милявская в браке с Александром Цекало родила дочь Еву. Девочка, появившаяся на свет раньше положенного срока, страдает аутизмом. Из-за постоянных гастролей певица оставила Еву на попечение своей мамы. Елена Проклова в браке с режиссером Виталием Мелик-Карамовым родила дочь Арину, которую после оставила мужу. Сегодня Арина и Елена – подруги, хотя поначалу дочка не хотела контактировать с матерью. Наталья Фатеева также предпочла карьеру семье. Старшая дочь актрисы осталась на попечении отца, когда Фатеева поняла, что реализация творческих амбиций важнее ребенка. Будучи студенткой Харьковского театрального института, Наталья бросила учебу, маленькую дочку и мужа, уехав покорять столицу. Там ее карьера пошла в гору, и в скором времени Наталья вышла замуж второй раз. Детей звезд Голливуда тоже отдавали на воспитание бабушкам и дедушкам, а некоторых даже не признавали. Например, Эдди Мерфи по сей день отказывается от отцовства. В отношениях с перчинкой Мелани Браун у него родилась дочь. По слухам, этот ребенок был не от Мерфи. Чтобы пресечь сплетни, артист потребовал сделать тест ДНК, но Мелани отказалась. Род Стюарт впервые стал отцом в 17 лет. Тогда рокер предложил своей избраннице избавиться от ребенка. Получив отрицательный ответ, исполнитель оставил беременную девушку и стал все силы отдавать музыке. В итоге дочку Сару мать отдала в приют, так как с обязанностями матери она в силу возраста не справлялась. А вы смогли бы отказаться от ребенка ради карьеры? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного.